1991 года у Беларуси расстреляли каля 400 человек. На референдуме в 1996 году 80% населения выказались за смертное покарание. Какие аргументы на корысть такого покарания приводят беларусы? Смертная казнь должна, ну, она нужна, потому что не имеет смысла содержать на, ну, как бы на попечении государства людей, которые совершали ужасные поступки. Ну, я думаю, что нужна, потому что иногда совершаются такие преступления, которые просто непростительны. Поэтому, мне кажется, это даже правильно. Вы знаете, смотря какие преступления. Если это серьезное преступление, я за смертную казнь. Если же это так, то нет. Ее можно отменить только тогда, когда общество поднялось на определенный уровень. Когда социальные нормы и, в принципе, каждый человек общества понимает, что смерть – это не выход. Я считаю, что нужна смертная казнь во всем мире. Потому что когда человек отнимает у другого человека жизнь, то он заслуживает такой же участи. Поводле опошних социологичных доследований, гэтак же меркуюць амаль 58% насельніцтва. Тых, кто супраць смяротнага покарання, побольшало. Цяпер их амаль 35%. Нет, не за смертную казнь. Это очень жестоко по отношению к насильникам, к убийцам. Но за пожизненное, да. А я не за смертную казнь, потому что я вообще против смерти насильственной. Человек, который совершил насильственную смерть в отношении другого человека, он поступил, естественно, неправильно. Почему я должна поступать неправильно, желая, так сказать, кому-то также смерти? Зуб за зуб, глаз за глаз – это выражение, актуальное для Средневековья. Мы все-таки цивилизованная страна, и преступления, которые достойны смертной казни, или те, которые достойны какого-то сурового наказания, мне кажется, надо искоренять не тогда, когда они уже совершены, а когда-то раньше. То есть нужно в первую очередь работать над людьми. Я против смертной казни. Я за то, что мы не должны поступать с людьми так, как они пускай поступили с другими. И к тому же мы не можем на 100% знать, виноваты ли они.